Всем привет, я Евгений Замятин. Перед вами обзор, настоящий обзор рыболовного оборудования, платформа «Волжанка». Давайте посмотрим на нее, соберем и увидим, как она превращается в рыболовную платформу и как она превращается в транспортную систему. Мы с вами на водоеме, сейчас аккуратненько соберем и посмотрим, что из себя представляет этот агрегат. Рыболовная платформа. В комплект платформы «Волжанка» входит сама платформа, основание этой платформы на раме. Потом 6 ножек. Ножки, обратите внимание, они 36 размера. Диаметр ноги 36. Поэтому если у вас есть обвес на меньший диаметр, не подойдет. Подойдет только на 36. На толстенькие такие ножки. Два колеса. И кронштейны для крепления колес к самой платформе. И две ручки. Вот они. Также с креплениями. Итак, мы берем платформу саму. И начинаем. Вот понимаем, да, что вот это у нас сторона, где земля. Поэтому начинаем вот так вот вставлять ножки вот в эти клетки. И с помощью барашка вот этого закручиваем, фиксируем. Я сделаю по краям ножки подлиннее, а посередине поставлю ножки покороче. Ну что, наша платформа собрана. Вот эти ножки, которые регулируются барашками, все дело это не случайно. Рез берега бывает разным, поэтому под любой берег мы сможем платформу подстроить, чтобы сидели ровно и удобно. Кстати говоря, на платформе есть вот это такой вот датчик, ну как уровень, что ли, показывает уровень. Теперь нужно присоединить колеса и превратить нашу платформу в транспортную систему. У платформы есть специальные отверстия, видите, вот эти вот, с барашками. Вот здесь, справа и слева. Вот сейчас мы присоединим колеса и присоединим ручку. И получим транспортную систему. Вот смотрите, вот колесо. Оно идет у нас изначально разобранное. То есть вот этот вот металлический каркас для колеса. И вот такая вот шпилька. Для того, чтобы колесо одеть на каркас, понятное дело, да, что мы вот на эту одеваем колесо шпилькой. Мы ее всовываем, чтобы колесо никуда не выкатилось. Все. И у нас получается два вот таких колеса вот с этими металлическими кронштейнами. Барашек. Откручиваем барашек, просовываем колесо. Как полозья, что ли, получается, просовываем. И закручиваем барашек плотненько. То же самое делаем с другой стороны. Теперь, чтобы удобно было транспортировать, мы также ножки приподнимаем. Все это делается удобно барашками.
Вот. И осталось нам присоединить ручки. Все, наша платформа превратилась в транспортную систему. Мы можем ее брать, класть сюда необходимое наше оборудование, гофры, прикормку, ведра и идти на сколь угодно далекое расстояние. Что такое вот эта транспортная система? Я 2 года подряд, когда у меня не было транспортной системы, я все перетаскивал на плечах, на руках. И получалось так, что моего оборудования, как раз количество оборудования хватало, чтобы 2 раза сходить. За 1 раз я не мог на себя нагрузить. Это тяжело и неудобно, невозможно было. Вот приходилось 2 раза мне оборудование свое таскать. Я выступал на нескольких соревнованиях, когда и как специально так получалось, что мне до зоны, до моего сектора было расстояние то километр, то 1,5 километра нужно было идти. И случалось так, что я куда деваться? Скоро старт, и мне нужно было свое оборудование туда перетаскивать. Короче говоря, я все плечи себе оборвал. После турнира я чувствовал себя разбитым и уставшим. Даже до начала турнира ты уже настолько вымотаешься, пока это все донесешь, установишь еще. А вот тут уже старт. И понятное дело, что, ну, какое может быть предстартовое состояние у человека, который только что преодолел там 3 километра и на себе навьюченный тяжестями. Так вот, переоценить роль транспортной системы невозможно. Когда она у вас есть, вы счастливы. У платформы «Волжанка» транспортная система, она рассчитана, и сами колеса, на 130 килограмм. Вы можете грузить спокойно, и у вас получится огромный помощник. И еще одно. Когда вы погрузите весь свой скарб на транспортную систему, обязательно имейте веревочки. Или такие, знаете, бывают прорезиненные резинки какие-то с крючками. Вот в дом сад-огород такие продаются, очень дешево стоят. Но обязательно имейте с собой 4 таких веревочки. 4. Когда вы все свои вещи погрузите на транспортную систему, вы этими веревочками с крючочками это все перетянете, и тогда никакая тряска вам не будет страшна, и ничто у вас не свалится по дороге. Вы спокойно довезете от пункта А в пункт Б все свое снаряжение. То есть транспортная система хороша с прорезиненными веревочками. Вот с этими. Так, вот эти вот резинки обязательно имейте в комплекте. Они вам помогут с крючками. Вы будете эти крючки зацеплять за корпус транспортной системы, платформы «Волжанка». И хорошо укреплять свой груз. Итак, с вами был Евгений Замятин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. А мы с вами встретимся на рыбалке.